Вот и я на берегу Енисея. Вот он наш клуб моржей. Какие замечательные ребята здесь обитаются. Мне сюда дорога заказана. Но я, друзья мои, очень хочу вас познакомить со своей идеей, со своим будущим. Вот там, где путь заказан, я всегда прорвусь. В конце этого фильма вы увидите и поймете, узнаете от меня то, что составляет саму сущность моего существования, которое не дает мне опустить руки, которое не дает мне со страхом смотреть будущее. Вот. Я нашел выход, как мне последние годы жить, а не гнить. Я поделюсь с вами, надеюсь, этот фильм досмотрите до конца. Вот. Вначале я хотел привести вас и привез в то место, где, когда еще не было вот этого клуба замечательного. Вот. Я привез вас вначале к берегу Енисея, немножко отсюда в километре. Там был еще не было клуба моржей, но моржи уже были. И там я ставил свою машину, девятку ту старенькую, направлял ее фарами в воду. И это было очень здорово, потому что всегда такая черная ночь, вот она опять настолько черная, что вы даже не представляете, какая она черная. Если бы не эти фонари, все черно, и небо черное, и звезд нет, и ни луны, ничего. Вот. И вы знаете, я буду ходить, потому что мне неудобно сидеть на холодной скамейке. Они еще не знают, что я пришел. Может, потом я зайду, покажу еще клуб. Ну, посмотрим, как настроение будет. Хотя заходить мне сейчас себе тяжело. Меня помнят здесь, меня любят. Встречая на улице, вспоминают. Вот. О, кстати, первый. Ребята, не пугайтесь, это Железов, ваш морж. Вот. Я снимаю фильмы, выкладываю в интернет. Если темновато, лиц не видно. Хотите засветиться? Лица или это самое? Не хотите? Проходите. Вы сейчас замерзнете. Не, не А вам еще замерзну. до Енисея дойти надо. Еще обратно. А еще обратно. Вот. Я чуть позже зайду. Я член этого клуба. Сейчас, правда, уже здоровье не то. Но еще год назад в этом клубе я для телевидения давал интервью. Как самый голосистый, так скажем. Вот. А то, что здесь молодежь. Еще недавно были одни старики. Вот это молодые лица. Не, не видно лиц. Ну, тем более пара, Поворачивайтесь. Страна должна знать своих героев. Ну, не молодежь, но средние лица. Вот, друзья мои, это я не к вам обращаюсь. Это сибиряки. Когда-то несколько сибирских дивизий спасли Москву и спасли страну. Представляете, это, ребята, я дальше можете меня не слушать, а то замерзнете. Я говорю, не вам. Это означало так. Уже когда спасения не было, вот, привет, вручили винтовки сибирякам. И в середине зимы, да, эти мордастые люди совершили невероятное. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Кадр не попало? А в какой кадр? Вот. Ребята, это для интернета. Хотите, позируйте. Так, ну все, наверное, это. Дальше я буду рассказывать для всей аудитории. Вот. Ну вот. Сейчас. Знаете, я вас провожу до воды. Трудно поверить, что вы градусника мерили сейчас это. Обычно раньше мы мерили температуру. Я уже год сюда не хожу. Что показывает градусник? Не мерили? Так, ну кто тут еще смелый? Так это вы все время тут были, что ли? Пока 10 минут я тут стою, вы все время в воде были, что ли? По раз вы не выходили при мне. Я уже 10 минут съемку веду. Оттуда приплыл сюда. А, кстати, откуда? Потому что то, что вы творите, а то, что вы творите, это за пределами возможно. Наши ребята это То, что мы с творим. карака плавают сюда. То, что мы Вот. творим, Ох, я не успел, тренируемся. не успел милую женщину показать в лицо. Вот. А, выходить будете? Давайте, давайте. Вот. Дело в том, что я не болтун. Я это, рассказываю, как можно продлить молодость. Эх, как я вам завидую. Думал, потихонечку поснимаю, расскажу, а здесь такие экспонаты.
завидуй, страна. Это вам не только в крещение выпить 100 грамм и нырнуть. Это на полном серьезе. Вот там, вот, где вы видите дальние огни, друзья, самые дальние. Ребята приберут, раздеваются там, в мешок складывают вещи герметичные. И по течению приплывают сюда, несколько километров. Вы можете в это поверить? Я до сих пор не верю, потому что я слабенький морж. Вот, я всегда брал силой воли. Сотни раз нырял, сотни раз мерз, сотни раз проклинал себя за то, что у меня неугомонный характер. Так, ну кто еще следующий? Сейчас я вас всех фотографируете? Запечатлею. Фотосессия? Ой, да меня можно и не фотографировать, я не люблю. Я за Саяногорцев горой. Нет, вы можете любить, но фигура у вас ничего, это здорово смотреть. Я сейчас чуть позже расскажу нашим зрителям. Это в интернете, у меня своя аудитория. Вот. Ну и показать красивую женщину тоже можно, это не грех. Вот. Так вот, друзья, чтобы немножко отвлечься, мне от грустных мыслей, рассказываю смешную историю. Значит, однажды... А на звезды посмотреть только здесь можно. Однажды, так, ага, да звезд у нас никогда не бывает, какая-то хмарь вечно стоит, солнечной Хакасии больше нет, все, вот, льдинка плывет, ладно, смотрим дальше, вернее, слушаем меня дальше, да они не дадут мне это, вот еще экспонаты идут, а они еще и прыгают. Вы мне дадите поговорить спокойно? Я не могу, не видя таких женщин, не отвлечься. Не испугались? Да все равно в темноте не видно, одни силуэты. Вот. А вот тут прекрасно видно. Вот тут дама, я ее приближаю. Что она будет делать? Неужели прыгнет? Неужели прыгнет? Или я сперва надо остыть, пока сосульки появятся? Нет, прыгнула. Великолепно. Так, еще одна. Ой, грустно, грустно, грустно. Грустно, грустно, грустно. Значит, сейчас, друзья, я, вот, наглядевшись на этих нимф, я, наверное, они мне не дадут с вами поговорить. Вот. Настоящие русалки. Настоящий русак. Девчонки, хотите, я сотру это, а хотите, оставлю ваши эти. Что за фотосессия с разрушением? Я сам себе режиссер. В интернете появится мой рассказ о вас, о моржах. Вы же не все меня знаете, что я еще год назад тут почти каждый день был. Здравствуйте, девушка. Ну, это точно. Молодежь не пугается, фигура красивая, все в порядке. Так, ну опять. Что-то народу в клубе прибыло. Народу в клубе прибыло. Так, все, ухожу на другое место. Вот, и вам кое-что сейчас расскажу. Даже смешное. Итак. А Василий Федорович жив-здоров? Да? Ладно, позже зайду. Так. Отошел от этого места. Вот, чтобы не заглядываться на девушек. Сибирячек настоящих, 100%. Вот. После моей съемки, конечно, прибавятся моржи. Невозможно не прибавиться. Дальше я рассказываю как анекдот. Вот. Значит, я ставил свою, ну, примерно вот такая же, только в другом месте. Я приехал-то туда. А там оказались, добавились гаражи, и это место было загорожено. Там я ставил девятку, направлял фары в воду. И это было первые годы. Вот примерно такое же место, такой же склон. Ох, зараза, ничего же не видно на экране. Эх, не получается. Хоть что-то бы увидеть. Придется возвращаться туда. Может, они все уже перекупались, чтобы не отвлекаться на девушек в купальниках. Вот. Бес ребро называется. Итак, значит, возвращаюсь там, где хоть что-то видно. Вот. И вот представьте себе точно примерно в таком же месте, спуски. В свете моих фар все это происходило. Почему? Да по одной простой причине. Значит, в темноте невозможно ни одеться, ни раздеться, ни рук, ни ног не видно. У нас такие ночи. А в свете фар
А первые годы нас было очень мало. Например, Крещенская ночь, и хотя наше место было самое приметное, купалось нас четверо в ту ночь. Человек 100 стояло и ждало, когда мы накупаемся и наберут воду. И с любопытством нас разглядывали. Это со временем, потом с годами, все больше и больше начали купаться в Крещенской воде. Вначале такой моды не было. У нас были единицы. И вот смешная история. Значит, мы втроем раздеваемся в свете фар моей девятки. Вот. А четвертая, очень полная женщина, с мужем, он ей помогал раздеться. На наших глазах он, они раздели ее так, что она осталась полностью голая. Но он ее прикрыл курткой от нас, от наших взглядов. Мы чуть замешкались, а она заходила в воду первая. Он ее прикрыл курткой и прикрыл на нас. Не смотреть! Вот. А курткой-то он же не пошел за ней вместе с курткой в воду. И вот она, так сказать, сверкая своими бедрами голыми, зашла в воду, выкупалась. И с такой же красивой фигурой в свете фар, то есть голый, медленно-медленно во всей красе появилась перед нами. Бедный мужик извелся весь, вот, потому что прикрыть ее он не мог, так, пока она была в воде, не спешила вылезти. Вот это была смешная история ревнивого мужа, который хотел добиться, как бы это сказать, добиться интимности, но невозможно это было по той причине, что другого места не нашли они. Наше место было довольно ровное. Мы все-таки освобождали его от осколков стекла. Вот такая смешная история. Не удалось ему скрыть от наших мужских глаз эту замечательную голую женщину. Вот. И теперь, значит, я возвращаюсь к следующему. Значит, зайду, наверное, сейчас в клуб. Еще посмотрите, как это здорово, когда есть парилка, когда есть стол. На столе наверняка будут фрукты. Я сам все эти годы таскал фрукты и всех угощал, потому что у меня морозилка была забита по самые уши, и невозможно было съесть все это самому. Вот вы посмотрели, как это выглядит. Значит, одним из обязательных условий является парение в парилке. Одна парилка у нас сухая, одна мокрая. Одна с вениками, другая просто сухая. Мне нравилась сухая. Сидишь, анекдоты рассказываешь, с людьми общаешься. Вот. И когда становится невмоготу, залезть в воду очень легко. А я в предыдущем фильме уже вам говорил, что если парилки нет, если клуба нет, такого замечательного здания нет, значит, остается только, будучи в одежде, в теплой одежде, минимум пуговиц, разогреваться в одежде. И когда будешь чувствовать себя перегретым, но еще не потным, быстренько раздеваться и лезть в воду. Вот это обязательно прогрев всех сочленений перед заходом прямо в одежде. Это обязательное условие по железову. Вот. Ну а теперь пойдем знакомиться. Отлично, мне тут дадут поговорить, потому что все спрятались по парилкам. Вот. Ну, Федорович, сколько лет? Ой, все запотело у меня из вашего пара. И то, что я снимаю, считайте, вас не видно, одна бледная тень, желтая тень. Значит, я прошу прощения за отсутствие, за годовалое здоровье. Здоровье не прибавилось. Вот. Прибавилось, что ли? Да, дело в том, что боюсь за свое сердце. Боюсь, я уже думал, как буду делать. Подойду, допустим, привяжусь веревкой к берегу. Если что, по крайней мере, буду тут же болтаться, привязанно, если вдруг остановится сердце. Потом все-таки я решил, что от меня много зависит людей, так уж вышло. Вот. Эдакий дед-опекун. О, вот он, наш легендарный Василий Федорович, основатель этого клуба. Вот если считать, что каждый из членов клуба по 5 лет жизни прибавит, это точно. А их, допустим, ну сколько у нас членов сейчас, скажите? Это будет выставлено в интернет, это не болтовня. Вот. Федорович, сколько членов клуба? По списку 47. Ну, допустим... Входит активных 35. 35, да? А 35 на 5. Каждый день где-то 24-25 вот. Ходит. Получается, что вы сэкономили, если по 5 лет жизни каждому. Благодаря. Без вас бы этого бы не было. Из 35 трое бы ходило, точно. Если бы просто без клуба, а на берег. Вот. Несколько человеческих жизней. То есть вы у нас спасатель, ваш тата. Почетные спасатели МЧС обозначить. Это не шутки. Благодаря вам я несколько лет продлил себе жизнь. Но
так получается, понимаете, грустная тема, вот, грустная тема. В общем, парилку показывать бесполезно, с людьми, да, там пар, не видно будет все равно. Вы опять скрылись в тумане. Ну, в общем, я просто хотел сказать, друзья, вот еще немножко прочистил, как здорово, когда есть камин, как здорово, когда есть чай, особый чай, как здорово, когда есть конфеты, фрукты, это ведь наши саяногорские фрукты. Продолжается мой репортаж клуба моржей, а я не буду вас снимать, я снимаю тех, кто ныряет. Вот. Еще раз подойду к берегу, еще раз вдохну. Поговорил я с Василием Федоровичем, долго оправдывался, почему я бросил, почему мне нельзя сейчас рисковать. Вот. А потом я расскажу самое главное. Еще раз посмотрим на ребят. Вот. И сядем в машину, а там и поговорим.